8 казахстанцев, которые достигли высоких результатов в разных сферах, назначили послами доброй воли. В их числе дирижеры Марат Бисенгалиев, Динара Тлендиева, известный под псевдонимом Адам певец Мирфарух Мирхидай, велогонщик Александр Авинакуров, силач-рекордсмен Сергей Цирульников, художник и активист антиядерного движения Карибек Куюков, кардиохирург Юрий Пя и ученый Мухит Эрдогер. Сыздык Назаров Мурат Нуртлеу отметил, МИД страны готов оказать им помощь в выполнении благородной миссии как дома, так и за рубежом. Отечественный ответственный проект «Послы доброй воли» реализуется по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. Его цель – повышение узнаваемости страны и популяризация ее достижений в креативной индустрии, культуре, науке, спорте и туризме. Думаю, это, наверное, на том уровне, чтобы быть олимпийским чемпионом, это, ну, ты несешь посол, наверное, доброй воли именно от страны, ты представляешь страну, где на Олимпийских играх ты представляешь страну и берешь золото. Здесь для меня этот статус немаловажен, поэтому надеюсь справиться с этой должностью, статусом. И, ну, больше, наверное, чтобы узнали о нашей стране позитивного.